Братва, всем привет. Недавно вез одну женщину, это просто лайф-коуч. Забрал ее возле одного из бизнес-центров, и там въезд платный, 50 рублей с первой минуты. Я ей позвонил, сказал об этом, она сказала, стой, ладно, сейчас я выйду. И только через 5 минут ее нету, я ей снова звоню, она мне пьяная, говорит, ты что, не заехал-то, я тебя жду, здесь стою. В итоге, ладно, я ее забрал, и в конце поездки она пыталась элегантно съехать и не платить, получается, за эту парковку и за этот въезд. Давайте смотрим это видео. Ну блин, нет, Ли, ну ты паришься. Ну типа, ты думаешь, что, если мужик там, он типа там сиськи на твои посмотрел? Ну нет, конечно. Они, я считаю, в любом случае, вот я честно прям считаю, поверь, я девочка уже большая, в любом случае надо разговаривать, как бы не было страшно, как бы не надо вопрос ребром ставить, типа, прийти так, как уже, вот либо ты мне, блядь, платишь, типа, дохуя, ну там сколько тебе надо, либо иди нахуй. Нет, не так надо вопрос. Надо прям вот подойти и сказать, Инна, вот здравствуйте, ну, извините, пожалуйста, вот, ну, такая ситуация, типа, сейчас там это подорожало, то подорожало, ну, как бы, очень тяжело жить, может быть, ну, вы рассмотрите вопрос, ну, да, вы очень там это, ну, типа, прям... Так и сказать, ну блин, ну это ненормально, блядь, ну такая зарплата, тут дно, блядь, ну реально, это очень мало, это очень мало. Ты работу выполняешь, ты по факту следишь за тем, чтобы у тебя управляющие там, ну все деньги не пиздили. То есть у тебя очень, ну, ответственная и важная работа, и как бы сказать, ну я у вас столько лет работаю, я, самое главное, вот на это я бы надавила, послушай меня, я увлекаюсь психологией, надавить на то, что я у вас много лет работаю, я там вам... типа очень преданно, там верна, я качественно выполняю свою работу, я там типа, ну, там, стараюсь не косячить, то пятый, десятый, то есть вот так вот подвернуть, чтобы типа у нее не было вариантов, типа сказать тебе, иди нахер. Вот так вот прям подверни, скажи, ну, типа, я да, понимаю, что там, ну, как бы, там лишние расходы вам там не с руки, но ну, действительно мне там тяжело работать там за эту сумму. У меня вот там такие-то расходы сейчас, вот то-то, то-то подорожало, там типа там квартира столько стоит. Ну, я вот, честно, я свожу там концы с концами. Ну, вот как-нибудь так вот, ну, типа, даже можно на жалость подавить, тебе же не похуй, что она подумает вообще. Тебе самое главное получить бабки. Что она там подумает, что ты там нищебродка, да и хуй с ней. Вообще прям срать на нее. Ну, типа, вообще похеру. Поэтому, ну, как бы просто вот так вот к ней подкатить, сказать, вот, типа, у меня вот то-то, то-то, ну, типа, вот, ну, как бы... Может быть, вы там чуть-чуть рассмотрите вопрос, вот там тяжело финансово, бла-бла-бла. Ну, так вот, знаешь, вот прям с позиции типа нищебродов не подойти. То, что надо подумать, что ты там нищеброд, понятное дело, блядь, вы разные уровни, ты вообще похуй, что она там подумала. Самое главное тебе достичь своей цели. Ну, потому что, ну, эта зарплата, это реально очень низкая зарплата. Я вот реально считаю. То есть ты следишь за тем, то, что у тебя там управляющий не воровали, ты следишь за каждым чеком, блядь, и тебе платят такую нищебродскую зарплату. Блин, ну я и говорю, это просто ты типа финансист, прям реально. То есть я такая, ну, должность ответственная очень. И такие, блядь, какие-то платья, ну это пиздец. Ну я прям вообще в ахуе. И Вася, что, блядь, за такие копейки работает, ушел, блядь, за такой, такой же хуйней работает. Он сейчас еще сказал, видел, типа я поеду работать в офисе. Ну ты долбоёб, блядь, за свои 80 тысяч рублей, блядь, чего просто поедешь работать. Ну, у Артура они там, ну, типа, если, короче, оплатная часть там была прям маленькая. Я не знаю, что они ему платили. Вот, но... Ну, типа, короче, оплат там был маленький. Я там зарабатывала до хера. Ну, типа, потому что у меня зал хорошо делал. Ну, там, у меня было два зала, я прям много зарабатывала. Это у меня на процентах там. И потом вот, когда они мне решили, типа, мне на оклад посадить, ну, задрали. Ну, я их успешно нахуй послала. Типа, я чего, кошка, что ли, за 50 тысяч рублей работать. Это оклад был 50 тысяч, второй зал еще там 20, ну, типа 70 тысяч. Типа, я думаю, идите вы нахуй за 70 тысяч рублей, я вас пахать круглосуточно, вообще нахрен не надо. Ну, типа, они думали, знаешь, у них такое же у всех отношение, типа, управляющий это какое-то говно на палке, которое будет
там все терпеть, все вывозить там за 3 копейки. Ну, знаешь, у них такое понятие, типа, у нас половина людей там, блядь, без высшего образования, знаешь, ну, вот такая вот тема. Вот. Типа, там работа не бей лежачего, ну, типа, не такая геморройная, знаешь, ну, там, не в банке, знаешь, руководитель. Вот, но я считаю, что, типа, эта работа хуже, чем в банке руководитель, вот честно. Ну, то есть я в этой сфере всю жизнь, там, в залах такое, ну, просто тело каши, у меня вот эта психологическая обстановка очень тяжелая, но мне реально тяжело. Вот, и... Ну, то есть, как бы, ну, мне вот нафиг не надо, я слишком, наверное, себя ценю и уважаю, чтобы вот, типа, еще, блядь, за 3 копейки, ну, типа, за большие деньги, да, я готова, ну, это говно вывозить, но я и вот у наших боссов работала, я там зарабатывала, 1120, наверное, в среднем, вот, и, как бы, ну, я сидела уже на старте, ну, типа, знаешь, вот это, они меня позвали в офис, а... Если бы они меня не позвали в офис, то есть еще, ну, максимум пару месяцев. То есть я прям как раз в этот момент, я думала, что надо сваливать. Ну, потому что, типа, зарплата не вау прям, ну, нормальная, но, ну, для этой работы прям вообще, ну, типа, для меня это мало. И вот это говно все вывозить за эти 3 копейки нахер не надо. При этом, ты знаешь, больше на врачей тратишь со своими нервами. Вот. И как-то вот так сложилось, что мне позвали. Ну, типа, я не просилась вообще, я вообще была в шоке, на самом деле. Ну, типа... Ну, у меня должность по штатному расписанию. А должность у меня по штатному расписанию руководитель внутреннего контроля и аудита. Руководитель департамента внутреннего контроля и аудита. Вот. Ну, и по факту, ну да. Но вот сейчас меня хотят в Ростову на 2 недели послать. Ну, знаете, я всех по нее занимаюсь вообще. Ну, типа, вот, блядь, надо бы... сделать. Ксюш, давай там, короче, проследи. Ну, поняла, вот так вот. Там тайные проверки, там, давай, там, ну, типа, я их делаю, например. А, там, за финансистами посмотреть, я это делаю. Ну, то есть, ну, все, понял, короче. Вообще, все, все, что там, за Ростовом посмотреть, за Краснодаром посмотреть, там, мониторка, там, то, 5-10. Ну, и это, да, и с проверками мы сейчас на залы ездим. Я уже задолбалась, мне очень не нравится, тебе вот тоже это нахер не надо. Ну и резервным, ну, полный аудит точки. То есть и документы полностью все там, вплоть там книжек. Ну, поняла, вот это вот всю херню. Там касса, прочее, прочее. Я еще и расходы смотрю. Типа, ну там чеки, не чеки, вот это все. Ну, я просматриваю, знаешь, поглядываю. Ну, до хера всякой фигни, но в целом. Ну, мне нравится здесь работать, потому что у нас боссы нормальные. Ну, типа, вообще нормальные. То он что-то там, его тоже там шпыняли, это поняла. Но он в офисе работал, что-то. Я не знаю, чем в офисе. А, подожди, сначала он занимался, типа, регионами. Я точно не помню. А потом он вроде бы управляющим назначил. Нам сейчас лучше вот туда съехать, и там у нас в этом что-нибудь. Я уверена, я каждый день здесь езжу. Я сегодня выпил чуть-чуть, поэтому я вами воспользовалась, да. Короче, я воспользовалась мужчиной. Симпатичный славянин, представляешь, я даже еду не с киргизом. Кто? Повезло. А, повезло, да. Говорит, повезло, потому что давай. Короче, славянской наружности парень симпатичный сидит, вот, везет меня в такси. Не киргиз. Что? Мой сегодня день, вот 100%. Да, потому что я вообще съехала. Не-не-не, сюда, да. Вот, и, короче, разговаривай с сыном. Вот если ты не поговоришь, ничего не поменяется, это 100%. А если поговоришь, ну, уволят тебя, не уволят. А типа, а есть возможность, ну, типа, попросить бабок. Не ссы, как. Ты что, блядь, прикалываешься? Нельзя так. Так нельзя к себе относиться. Кто тебя уволит, блядь? Ты что, ебанулась? Кто тебя уволит вообще? Скажи, ну, не надо подходить, типа, в позу вставать, блядь, вот давай мне денег. Нет, конечно.
просто красиво, поплакаться лучше. Типа, ты такая нищеброд, несчастная, у тебя бабок нету, ну, типа, вот ты такая бедная, несчастная, вся в кредитах, ну, что-то такое. Ну, типа, не сильно, конечно, там себя принижать, но в целом сказать, алло, да, что с собой. Я тут, да. А погоди, Пятек, я сейчас перезвоню прямо через секунду по работе. Леночка, я тебе перезвоню сейчас. Женечка, привет. А когда ты мне... Можешь сегодня пса привести? Или нет? Не хочешь? Да. Ну давай, а чё? Потому что им весело вдвоем, я за них переживаю. Мне это вообще похуй. Вернее, как? Вернее, он мне даже наоборот больше гадит. Ну давай завтра. Так я с утра уезжаю в 10. А, блин, да, а, давай ты завтра привезешь и, ну, и типа мы поедем тусить, да, нет? А, ну супер, давай, все, отлично. Женечка, зайка, давай я тебе перезвоню через пару минут, окей? Стоит. Если хотите, я могу на заднем бросить. Завтра на работу. Время 8 часов. Типа, я бы сейчас, ну, типа, потусила. А понимаешь, что завтра на работу, ну как ты потусишь? Понимаешь, да? Так, себе история. А чё уже? Я еще не много, понимаешь, я же еще сильнее. Мне мохнатый друг. Куда мне? Уже. Нет, ну изюм я не променяю ни на кого. Короче, я тебе советую, дорогая моя, идти к твоей Инге и с ней разговаривать, потому что если ты не пойдешь, ничего точно не поменяется. Боль тебе точно не будет. За что? За то, что, блядь, зарплату выпросил. Поэтому давай. Короче, я миллион раз уже проверяла, и все работает. Я миллион раз проверяла. Ну, типа, надо просто правильный подход найти. Ну, типа, не так, что, типа, слушай, сказала баба. Типа, иди нахер. Вот. А так вообще работает. Прям безотказно. Ну, типа, нам даже обломали сейчас фитнес-залы. Ну, поняла, с этого, со стома. Я пришла к боссу, я говорю, в смысле? Я говорю, мне не дали фитнес-зал. Ну, типа, сказали, что, типа, СР не делают. Я говорю, мне нужен вообще-то абонемент в фитнес. Они такие, ну, ты узнай, сколько стоит. Она наглечивает. Типа, ты узнай, сколько стоит. Я потом пишу, я говорю, 25 тысяч. Сегодня дадим. Вечером я еще раз напомнила. Я говорю, мне надо деньги на фитнес. Пришла, забрала налик. Ну не, ну а что? А что стесняться? Ну, типа, не попасть, никто же ничего не даст. Все же хотят сэкономить. Не, в этой части. Ну, слушай, это только мне. Ну, типа, я как бы наглею, ну, не то, что наглею, но, типа, я всегда прошу. Типа, если не попросишь, ничего не будет. Вот это самое главное. Но не просишь, ничего не будет. Попросила, ну как бы, ну подумали они, что она я охуевшая, это волчная сумма. Ну и как бы, ну и срать вообще. Но мне какая разница? Ну как бы, во-первых, ну начнем с того, что я хорошо работаю. Ну типа, если бы я херово работала, ну да, тогда бы это было бы странно. Типа, ну я нормально работаю. Приношу пользу компании и попросила, но если даже они думают, что это молочная сумма и наглая, ну как бы, ну, типа, меня же не уволят за это, ну логично же. Типа, ну что, ну остался у них неприятный осадочек, ну окей, ну ладно, я переживу, Лид. Ну мне как бы вообще просто. Иди разговаривай с... Бля, ну это очевидные вещи. Ну не будешь говорить, так и будешь сидеть своим 8 тысяч. Ну просто надо правильно. Вот
единственное, надо правильно говорить. Потому что если там прийти поздно стать, то, конечно, скажут, иди нахер отсюда. Ну, типа, если вот так вот как-то нативно, знаешь, так, типа, объяснить ситуацию, сказать, блин, ну, вроде вот я хорошо поставлю, я работаю, типа, честно. Ну, типа, без лишней патетики какой-то, ну, да. Блин, ну, вот, может быть, там есть возможность работать, хотя бы чуть-чуть поднять мне зарплату. Типа, ну, очень тяжело живется. Ну, все. Ты же нормально работаешь, все хорошо делаешь. То есть, что думаешь, она из-за того, что ты у нее попроще зарплату, блядь, найдет новую финансист, нахуй, искать, блядь, не пойми кого с улицы, вместо нормальной тёлки. Ну, типа, может быть, она и на усе намотает, скажет, вот охуевшая сука, это не исключено, потому что они все не любят, когда любят бабу, все не любят, даже наши волосы, они прям ненавидят это. Они, типа, потом говорят, хуя он нахуй, ну, типа, у нас там один чувак был, типа, нам не нравится, когда такую заряжают, ну, кто зарплату попросил. Вот, но он тоже мудак, ну, надо просить тоже правильно, вот, и это. Наш босс тоже думает, что так, блядь, бабу присоришь, вот, конечно, они чего лохи. Вот, и, ну, как бы так, ну, типа, нативно так, ну, невзначай, по-нормально. Да, ну, потому что, блядь, ничего не будет, не миллион раз проверяла. Ну, ничего не просит, и никто ничего не дает. Будешь так и сидеть, вот, как у Артура было. Там прям надо было кулаками выбивать себе и зарплату, блядь, и планы, и все на свете. А знаешь, как, ну, выезжают на славу? Я поэтому, я прям, у меня железная. Уволят, тебя не уволят. Потому что с улицы искать, ну, надо мудаком быть. Ну, типа, с улицы найти человека, которого ты не знаешь, который будет твои бабки считать. Ну, типа, бабки, это же не то, что там, я не знаю, пол убирать и мусор. Да не, я вообще тебя очень поддерживаю. Поэтому я тебе говорю, что надо кулаками пробивать. Потому что по-другому как-то никак. Ну, именно хера тебе платить, например, 150, если ты лавнушку работаешь за 80. Ну, они так думают. Вот нашли дурочку, знаешь, она сидит там и работает, и рта не открывает. Ну, не надо, типа, с претензиями с какими-то, но как-то красивенько это преподнести. Ну, это очень маленькая зарплата. Ты, блядь, за их деньгами следишь. С миллионами, блядь. Ну, вот по факту. Ну, вот в чем и дело-то, я тебе говорю, поэтому надо продавливать чуть-чуть. Надо так преподнести, что типа, ну как бы я там стараюсь сохранить ваши деньги, я скажу там за этим бла-бла. Ну как-то красиво надо завернуть. Но я бы там тут подзавернула. Если бы я с вами общалась, я бы подзавернула. Я просто не знаю, там ты функционал, что ты там делаешь, да? И т.д. и т.п. И как это преподнести. Ну блин, они же, я говорю, все стараются сэкономить. Ну хрена тебе платить, да хрена, если тебе можно вообще ни хрена не платить. Ну типа ты работаешь вот за 80, ну типа, ну пусть и работает. Какой смысл? Ну я, и вот будь я работодателем, я бы так же рассуждала. Нахрена я буду платить? Много, типа, если я могу 80 платить. Ну вот, ну реально. Ну честно. Ну это же объективно это так. Даже я бы так делала, хотя это, ну типа, человек не жадный, то есть типа, человек все устраивает, ну а что нет? И он меня ничего не просит, его все устраивает, ну окей. Отлично вообще. Типа, он хорошо живет в свои 80, ну, а я хорошо живу, блядь, потому что я плачу 80. Ну, типа, и все, и нормально же, все, идеально же. Нет? Не, ну, ну да, ну, так, а тебя же, видимо, и устраивает. Ну, типа, ты стесняешься сказать, ну, а она-то думает, что тебя все устраивает. Да и похер, что это баба, какая разница, баба или мужик. Ты работаешь, ты, у тебя есть какая-то ценность, как сотрудник. Я тебя научу сейчас. Не, ну реально, ну блин, ну как-то меня даже самой обидно. Чего ты там как бы стараешься, работаешь, и столько лет. Качественно выполняешь свою работу. Ну это вообще дно, конечно. Я вот это услышала, я прям охерела. Прям нищим. И я думаю, ты не нахера, потому что работаешь в игорном бизнесе. Ну как бы это совершенно вообще такое. Ты, блин, ну слушай, ну эти маркетологи, наверное, столько зарабатывают, которые пользу, блядь, вообще новую приносят. Вот поэтому тебе надо как-то себя позиционировать по-другому, но, типа, нативно очень, не нагло. Потому что наглость на всех раздражает, бесит. И, ну, дистрактивно просто.
Я думаю, он тебя, блядь, везет, типа водителя отсылает с тобой. Ну, типа, я никому ничего не скажу, не переживай. Себе вообще плохо. Но это нормально, в принципе, понятное дело, что мужики там и женаты, и это очень плохо. Ну, типа, бабу, если она мужик, то типа. Видишь, как мы это хорошо спасибо. Идеальный просто. Ну, если, типа, бабок не касается. Вот, кстати, да. Ну, типа, это да. А вот там. Да. Если у вас есть возможность без налом, можете без налом. Так, давайте тогда без налом. А у вас есть номер? Можно я на телефон вам переведу? Да, давайте. А это, подожди, 5 секунд. Лид, я тут. Сейчас я. Меня просто... Заморочили. У меня налика нет вообще. Я вообще с собой не ношу никогда, в принципе. Где контакты, там можно номер ввести, просто без контакта. По номеру телефона надо ввести. И все, 926-418. Руслан В? Да. 50 рублей, да? Чек могу отдать. Да, все хорошо. Спасибо. Господи. Я думал, концерт сейчас будет за